Здравствуйте. Новая посылка. Заказал себе на телефон чехол. В данный момент у меня на телефоне бампер. Но бампер неудобен. Он почему-то неплотно сидит. Изогнулся весь. Царапает корпус. Поэтому решил заказать себе чехол. Также подарок прислали пленочку на экран, тряпочку и чехол. То есть это даже не чехол, а задняя крышка. Задняя крышка, пластиковая вставка для жесткости. Такая здесь надпись. Правильно, что я ее держу-то? А, нет, вот. Вот так вот. Спайгин написано. Переводится, не знаю. Такая резиновая крышка. Одевается она. Защищает телефон полностью. Все плотненько, аккуратненько. Никаких зазоров нет. Здесь вот сейчас тоже надену. Вот никаких зазоров. Кнопка Power. Плюс-минус. Здесь вот как-то не совсем сел. Я думаю, на телефоне это все обляжется, усядется. Будет очень хорошо выглядеть. Вот такой замечательный чехол. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!